Неизвестные взорвали полицейский фургон в пакистанском городе Карачи. В результате теракта погибли 2 человека, еще один получил ранение. По данным местных властей, преступники бросили гранату в машину полицейских на одной из главных улиц и скрылись с места происшествия. Они незаметно подкинули ручную гранату из толпы во время пробки. В момент взрыва в машине находились 4 наших сотрудников. Один скончался на месте, другой по дороге в больницу. Еще один госпитализирован. А в другом районе Карачи вооруженный преступник расстрелял сотрудников правопорядка. Один полицейский погиб, еще один получил ранение. Ответственность за теракты никто на себя не взял. Военные предполагают, что это боевики движения «Талибан».